сегодня мы понимаем, в какой стране мы живем. Мы понимаем, что делает власть. Нравится или не нравится, с ошибками или без ошибок, быстро или медленно, это уже другой вопрос. Но людям, тем не менее, понятно. Отучившись и проработав 11 лет в Казанском федеральном, Олег Морозов переехал в Москву. И сегодня, 2 сентября, приехал на родину, чтобы провести одно из первых занятий в новом учебном году самолично. Когда я говорил, будучи в Москве, работая на разных должностях, что я закончил Казанский государственный университет, это все равно, что знак качества, который тебе дал Бог. Казань – это город с тысячелетней историей, Казань – это город с потрясающими людьми, имена которых вписаны в историю Казани. Такими словами гордости к стенам родного вуза и города сегодня начал свой парламентский урок Олег Морозов. На протяжении лекции он на личном опыте рассказал, что предстоит изучать студентам, идущим по этому профилю. Чем отличаются взгляды на современную политику людей 90-х, как менялась внутренняя и внешняя политика России, и что она себя представляет на данный момент и каковы ее перспективы. Политику России в отношении Ближнего Востока, в отношении Сирии, во взаимоотношениях с Соединенными Штатами Америки, по Украине, по Крыму, мы понимаем, что Россия вернулась. Абдуллин Камиль, Давлетьяров Линар, Универньюз.